«Капля в море» – так называлась акция, проведенная молодыми специалистами Мирнинского района в эти выходные. Утром в субботу 30 ребят пришли в отделение переливания крови, чтобы стать донорами. Подробности у Елизаветы Кочетовой. 9 утра, суббота. Евгений Сизова измеряет давление, делает экспресс-тест на группу крови. Она не больна. Она проходит проверку в отделении переливания крови перед тем, как стать донором. Объединение молодых специалистов акционерной компании «Алроса» организовало акцию «Капля в море». Когда мы только начали акцию, мы не ожидали, что столько людей откликнется. Кто-то откликнулся, кто-то привел друзей, кто-то рассказывает про бабушку, которой переливание крови спасло жизнь. Сдать кровь захотели 30 молодых ребят. Пришли как новички, так и те, кто уже является постоянными донорами. Я очень надеюсь, что людям это очень понравится, эта акция, и сами они захотят уже в дальнейшем сдавать кровь, потому что даже я, когда каждый раз, когда хожу сдавать кровь, я рассылаю по группам в WhatsApp и призываю людей сделать доброе дело. Стать донором может не каждый. Существуют абсолютные противопоказания, такие как вирус иммунодефицита, сифилис, туберкулез. И заболевания кровеносной системы, при которых врачи не рекомендуют сдавать кровь. Есть еще и временные противопоказания, такие как недавно сделанные татуировки, оперативное вмешательство, перенесенные простудные заболевания и другие. Я хотела сдать кровь, мне отказали, так как буквально 3 месяца назад я сделала коррекцию зрения, а оказывается, из-за этого нельзя сдавать кровь. Еще 2 месяца нужно потерпеть. Молодые специалисты говорят, если раньше у кого-то и существовал страх чем-либо заразиться, то сейчас он совсем исчез. Расскажите, а я ничем не заражусь? Нет, у нас одноразовые наборы для заготовки крови. Видите, мы берем в одноразовые пробирки, не нарушаем среду. Абсолютно вакуумом набирается, вакуум-тейнер называются пробирочки для обследования. Система закрытая, у нас из 4 компонента. В один мешок мы забираем вашу кровь. Там фильтруется она 2 часа у нас. Мы убираем опасные некоторые заболевания, как цитомегаловирус, лейшманиоз, Эпштейна-Барра. Вот. Потом мы разделяем на компоненты, фильтруем и получаем безопасные компоненты крови. Не волнуйтесь. Доза физиологичная, 450 грамм и 20 миллилитров на анализ. Каждую среду в отделении переливания крови города Мирного с 9 до 12 часов ведется прием тех, кто решил сдавать кровь впервые. За одну такую процедуру донору положено 800 рублей, 2 дня оплачиваемых отгулов и сладкий чай. Елизавета Кочетова, Наталья Николаева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».